И завтра же весна приходит в Клинский. Это еще не официальное открытие нового торгового центра на Привокзальной площади, скорее репетиция. В канун Международного женского дня Клинский разыграет телевизор. Клинский – это тот, что с лентой, но не только. Весь третий этаж нового торгового комплекса занял фитнес-центр. На площади больше 1000 квадратов разместился тренажерный зал. А будет еще боксерский ринг, спа, комната релакса и танцевальный класс. Будет сальса, бачата, все вот эти вещи, детские танцы. Даже более того, здесь будет детская комната. Этажом ниже в Клинском почти зоопарк. Котята, кролики, рыбки, попугаи, петухи и прочая живность. Даже если не отважитесь купить, дети будут под впечатлением. Им, кстати, найдется что примерить. В Клинский переехали карамели. Шоу-рум увеличился в 2 раза. Да и взрослые не останутся без обновок. Есть все, от камуфляжа для охоты и рыбалки до брендовой одежды и аксессуаров. Как для мужчин, так и для женщин. В нашем отделе представлены эксклюзивные модели от известного производителя Ярославы Добрянской. Это все натуральные камни и ручная работа. Здесь же на 2-м этаже поселился стильный свет, сетевой магазин светотехники и отдел сувениров ручной работы, где накануне праздника вы наверняка найдете, что подарить самым любимым. Ну а в 3-м этаже Клинского вас уже сегодня ждут сюрпризы. Акция маникюрного кабинета «Гастроном». Комплексная услуга, маникюр, шеллак и дизайн всего за 360 рублей. 7 марта шопинг в Клинском будет с 10% скидкой и принесет подарки всем, кто совершит покупку в любом из магазинов торгового центра. На сумму от 500 рублей приятные мелочи, от 1000 – бытовую технику и главный приз – телевизор, розыгрыш которого состоится в 3 часа дня. Милые дамы, приглашаем вас на праздник весны в торговом центре «Клинский». Концерт, викторина, розыгрыши призов, сувениры и подарки – все только для вас в торговом центре «Клинский». Праздник в торговом центре «Клинский» начинается в 11:00.